Ну, а перед просмотром данного ролика хочу вас попросить, чтобы вы подписались на мою группу ВК. Ведь там выходит всякая там информация о дальнейшем развитии моего канала. А также разные мемчики есть. Короче, быстро переходите по этой долбанной ссылке и подписывайтесь на эту гребаную группу. Приятного просмотра. Здрасте. Тебе нужна медицинская помощь. Да. Я знаю. Нифига меня ферчит. Нужно починить наш ржавый лимузин. Знаешь, как это делается? Ну, постарайся уж как-нибудь. Лимузин? Да ты же болен. Тебе нельзя вот так разгуливать. Охрана. Че? Я ничего не понял, но я ухожу. Спасибо за ваше гостеприимство. Спасибо. Ой, спасибо вам. Буду вам благодарен. Спасибо. А чем? Оп. Я пошел? Можешь зайду назад? Ну стой, остановись. Стой. Поехали. Сейчас проедем с ветерком. Как Far Cry 3. Зафигачу сейчас форсаж. Блокпост, да я сейчас залечу как сука. Он первого человека вижу. Да. Чё тебе такая голова аэродинамическая? Пуля мимо тебя пролетает. Убритый, тварь. Твою мать. Где второй? Один из дом. Где второй? Второй. А вот. Извиняй, ничего лишнего. Нахара мне название? Патрончики. А что такое? Прячься, кто живой! Твою ж мать! Ё твою. Бля. Поехали. Куда ехать надо? Вот сюда. Бля. Спокойно. Спокойно. Не, все нормально. Все нормально. Все нормально. Я же не застрял. Я же не застрял. Не, не должен. Застревать я не должен. Не должен застревать. Я застрял. Пошло оно нахуй. Машинка! Я даже машину ему гумораза. Ну взорвись нахуй. Бда! Что, блин? Ты хули не взрываешься? Куда мне надо? Сюда вот мне надо. Скорее всего, надо сюда. Здрасте! Здрасте. Я не... А где все? О! Магия вне Хогвартса, ема. Не, ну не то, что книги или газеты летают, это хорошо, Ваня. Хорошо. Причем так красиво они летают. Даже тень отбрасывают. Охрененно. Ё-моё. Это баги очень даже и красивые. Ну гляньте. Ну красиво, красиво. Одобряю. Эй, это же ты! Я, кажись, не туда попал. Не туда попал! Выпустите! Так.
Вот и помер дед Макс... Блин, не тот сценарий. Ща. Твою мать. Ща. А, вот он. Во. Так. Здесь требуется небольшое объяснение. Потому что без объяснений я сам бы тут не понял, что вообще здесь происходит. Этот вот журналист, вот сидящий за столом, вот видите его, коза этого? Так вот, если от него отойти, он прекращает говорить. А если снова к нему подойти, он начнет заново все говорить. Короче, тут небольшой баг, поэтому я и ставил это видео. Короче, вот тут говорит, от него на пару метров отходишь, он перестает говорить. Потом к нему подходишь снова, он начнет все заново тебе говорить. Дурак, короче. Нельзя сломать человека так, как ломают лошадь или собаку. Чем сильнее... Так ты не один из них. Я Рубен Алуагембе, независимый журналист. А ты здесь недавно, это я по одежде понял. То о шакале и военачальниках, о солдатах, детях с оружием, о неправительственных организациях. Я всю эту дрянь... Звучит пафосно, да. Надеюсь, хоть кто-нибудь тут... Не забудь о пленках. Да на, подожди. Что она делает? Так ты не один из них. Я Рубен Алуагембе, независимый журналист. А ты здесь недавно, это я по одежде так, понял. Подожди, она так, слишком так, чистая. Ты... Кстати, ты рискуешь, говоря со мной. Так, я тут как подожди, бы ты же... Военачальникам не нравится. А, вот и наш новичок. Что так здесь происходит? Ты не один из них. Я Рубен Алуагембе. Не забудь о пленках. Заткнись, я с ним разговариваю. Я Йосип. Все говорят, ты крутой. Ну, даже крутым иногда нужна помощь. Попадешь в беду, обращайся ко мне. Я долго воевал в Югославии. Много всякого знаю. Классно. Ну-ка, ты что скажешь опять? Так ты не один из них. Я Рубен Алуагембе, независимый журналист. А ты здесь недавно. Подождем, пока ты скажешь. Она слишком чистая. Все, что хочешь, говори. Скажи своей маме, я ночью зайду. Ну ты, конечно, тварь! Проходи! Твою мать! Окружили твари! Что это было? Мы попробуем помочь каждому, кому сможем. И человек вроде тебя нам не помешает. Что, блин? Возвращайся, когда тебе снова понадобится лекарство. Это что было такое? Что взорвалось? Извините, нет. Не понял. Какого хрена взорвалась моя Мазда? Твою мать. Так она же спокойно стоит. Она же, ну ё-моё. Так, где-то моя любимая. Подальше. Ну ладно, будем на этом заканчивать. Почему? А, тебя. Здорово. Что они делают? Ищут. Потеряли того, кого атаковали. Убить тебя. Спятил? Останемся на посту. Просто будь наготове. Значит, иди все. Черт тебя возьми. Он где-то здесь, я знаю. О, господи, это что? Это что за вчера так ты мимо пробежал? Ты что ли? Там есть квадрик. Оооо. Да, народ, погнали нафиг. Так, не понял. Вот видите? Радара нет. Нету его. Сажусь. И теперь он есть. Что? Стою. Хопа. Пропал. Сажусь. Вы чё? Тихо, не едьте. Почему вы едете за мной?
А, валите, Кай! Твою ж мать! Тихо. Чё там такой нервный, а? Чё ты такой нервный-то, а? Ну, кстати, спасибо за тачку. Вы очень щедрый, господин. Здрасте. Помнится мне, я говорил, что не буду снимать эту игру, так как мой комп говно. Ну, то, что он говно, не отрицаю, но я его все же немного недооценил. Все-таки он выдержал эту игру, и я теперь буду ее для вас снимать. Ну, на этом, впрочем, у меня все. А хотя не, еще кое-что хотел вам сказать. Так вот, в связи с учебой мне стало сложно снимать для вас видео, еще это вторая смена поганая. Поэтому видео будут выходить реже. Но это ненадолго. Так что потерпите немного. Я недолго буду учиться со второй смены. Так что вы там расслабьтесь. Расслабьте свои булки. Ну а теперь у меня все. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. С вами был Смартин и второй Far Cry. Всем удачи и всем пока-пока.